Здорово, капитан. Привет, Санек. Доброе утро, наши большие и маленькие телезрители. А вот маленькие, знаешь почему? Потому что у маленьких вот талантов очень много. Вот мне кажется, что маленький человек может вообще все, он за что может, не возьмется. Он может все. Главное, чтобы потом ему товарищи взрослые помогали это свой талант развить, развивать. Развить. Это да. И это главное да. заинтересовать человека. К нам сколько уже ребят приходили? И хип-хоп тебе. А, ну да. И вакинг, и локинг тебе. И брейк-данс. И, о, и брейк-данс к нам не приходил. Ну, ты это упущение. Ну, значит, сегодня придут? Не, точно? Серьезно? У меня есть знакомый Андрюха Чижик. Правда? Да. Он участник многих чемпионатов по брейк-дансу. Познакомишь? Он очень крутой парень. Познакомишь? Ну, да. Давай, загадка, да, хорошо, потом с Андреем хорошо. Познакомлю. Друзья мои, загадка. Внимание. Над бабушкиной избушкой висит хлеба-краюшка. Собаки лают, а достать не могут. Это из 17 века загадка? Практически. Над бабушкиной избушкой висит хлеба-краюшка. Собаки лают, а достать не могут. Присылайте правильный ответ. Да? Ну вот он, Андрей Чижик. Знакомься. Здорово, Андрюха. Здорово. Микрофон, давай, Игорь. Как дела? Хорошо. Ну, расскажи. Погоди, а тебе сколько лет, Андрюх? 9. 9. И он уже там победитель всяких международных российских конкурсов. В каких конкурсах ты участвовал? Я участвовал. Ну, в каких городах, скажи, ты был? Челябинск, Екатеринбург, Москва, Тюмень. Ижевск. Ижевск. Ну, слушай, всю страну. Я и в других странах был. Понимаю, и в других странах в 9 лет. Вообще, а как ты вдруг решил заниматься брейкдансом? Я хотел заниматься фехтованием. Фехтованием? Но меня по возрасту не взяли, и поэтому... Ты расстроился и начал танцевать брейк-данс, да? Нет. Поэтому я на видео дома увидел, как танцуют, занимаются брейк-дансом, тоже захотел. А давно ты им занимаешься? Ну да. Я занимаюсь почти 4 года. Ого! С 6 лет! Андрей Чижик! Мото Стрит Файр. Вызов броши. Слушай, дай да, пять. Это круто. Это круто. Мы желаем тебе побед на всяческих конкурсах. Развивай себя, будь умницей. Андрей Чижик, запомните это имя. Это будущее брейк-данса и его настоящее. Пока. Пока-пока.